Мама-паучиха и рождаются паучки. Вон маленькие уже ползет, она их встречает, рада. А клубочек – это паучки, их будет много. Но выживут ли они все, тем более, сложно сказать. Скорее всего, нет. Но мы их, конечно, вон она вращает кокон, помогает им распутаться. Вот, еще минуту назад была парочка, а теперь вот они все радостно выходят. И свет паучихе не мешает, она просто счастлива от того, что мы ее осветили. Она у нас в шкафу в полной темноте обитает. Милая дама, наша любимица. Да, вот так. Так, проверяет тех, что вышли. Сейчас повернулась спиной к кокону. Ну, в коконе еще, наверное, видно, как маленький паучок передвигается. Вот, и кокон. Просто живой кокон, прелесть.